Монета образца 1961 года, выпуска 1991 года, номиналом 15 копеек. На реверсе указан номинал монеты, крупное число 15. Под ней одной горизонтальной строкой обозначено название денежной единицы, надпись «Копеек». Ниже указан год чеканки монеты, дата 1991. Слева и справа колосья пшеницы, расположенные полукругом, дополненные в нижней части дубовыми листьями. Колосья пшеницы символизируют богатство и изобилие. Дубовые листья символизируют мир и силу. На аверсе герб СССР образца 1956 года с 15 витками ленты на колосьях пшеницы. По числу союзных республик, входивших в состав Союза Советских Социалистических Республик. Между перевитых лентой колосьев на фоне восходящего солнца с лучами и планеты, размеченной параллелями и меридианами, серп, наложенный на молот, символизирующий союз рабочего класса и крестьянства. Над перекрещенными серпом и молотом пятиконечная звезда. Под гербом одной горизонтальной строкой прописана аббревиатура государства, надпись «СССР». Правее герба над буквой «Р» мелкая буква «М» – знак Московского монетного двора. Гурт монеты рубчатый. Монета изготовлена из низильбера, сплава меди, цинка и никеля. Вес монеты 2,5 грамма. Диаметр 19,6 миллиметра. Толщина 1,3 миллиметра. Монета отчеканена на Московском монетном дворе массовым тиражом. Средняя цена монеты 10 рублей.